Чё ж ты? 16 числа вышли к подъезду, увидели проблесковые маячки. Ну, решили подойти, посмотреть, интересно. Подошли, нас, ну, сказали прекратить видеосъемку. Спросили, в чем дело, в чем проблема, почему мы не можем снимать, типа, ну, мимо просто проходим. Они начали нам угрожать электрошокером. Два раза ударили меня электрошокером. После этого я уже, ну, понял, что надо снять номера. Начал снимать номера на машине, они меня сбили. После того, как сбили, полицейский вышел с машины, достал перцовый баллончик, пшикнул мне в глаза, второму товарищу в глаза. Садитесь, задержите. Что хотите? Что хотите? Вы сейчас, оказывается, неповиновение. Мы к вам слова не имеем. Мы мимо прохожие. Вы не да, мы снимаем. Оказывайте давление. Не надо ломать руки. Встаем и садимся в машину. Я сейчас встану и не надо ломать руки. Так, отошли все, пока не применил пистолет. Отошли, сказал, назад. Ребята, отойдите. Ничего не понятно, а? Ребята, отойдите. Я все понял, я отошел. Отойди на 5 метров. Вот он. 5 метров. Встаем. Товарищ Дина. Товарищ Дина. Встаем. Машину садишь? Товарищ Дина. Я номер снял. Патрульный автомобиль. Номер 3510. О! Снял? За что вы меня сбили? Подождите. За что меня сбили? Чё ж ты? Что это такое? Вы что творите? Вот так вот полиция Самарского области в Кузьмовском районе. Вот так выяснить отношения. Посмотрите, пожалуйста. Вот так-то они делают. Вот так-то они делают. Зачем вы меня давите? Лёха. Да.